Так начинается утро. Всем приветики, ребята. Всем приветики, конфетики. Я молодой, кровь моя играет. Так. Всех накормил, кошечек, собачек. Надо теперь, что мне? А. Вчера Леночка сказала, надо вот это мыло попробовать. Имбирное или как? А, луковое. Ну, не на вкус, конечно, на запах. Вот, сегодня баньку буду топить, с собой возьму, попробую. Друг сегодня приедет. Да. У него график с нашим не совпадает. Работает в воскресенье, понедельник, выходные. Вау, ни хрена себе. Это же мой лимонгресс любимый, караул. А я-то думаю, какой лук? А почему лук-то нарисован? Блин, вот это запах. Понюхайте, ну-ка. Лимонгресс. Кто использует в бане лимонгресс эти капли? Мои любимые. Вообще бомба. Блин, где-то было у меня эти капли в бане. Это то же самое. Запах вообще балдеж. Ага. Одно место найду на полочке. Это. Мне кажется, в доме сколько ни сделай полочек, все время там будет занято чем-нибудь. А я молодой, кровь моя играет. Вот сюда поставим. Улица. Не, надо положить в эту. В одежду, точно. В одежду надо запихать, в постельную. Кто вчера спрашивал, как паста называется? Как паста называется? Зубная продукт. Натуральная тайская травяная зубная паста. Вот кто вчера спрашивал. Я покажу, потом скрин сделайте себе с эфира. Вот. Отбеливающая зубная. Говорят, надо прямо зубочисточку или как со спичечную палочку, и будет вообще зубы белый. Буду Катюхи чистить. Ага. Хоть и не люблю я это дело. Вот чё, а зубы не люблю чистить. Мне сразу поясница устает. Вот. Никогда ничего не болит, что-то для Кати. А когда зубы чищу, поясница устает. Не знаю почему. Спасу прям нету. Я молодой. Вчера вечером эфирчик, Олег, это был эфирчик. Вчера весь вечер с подписчиками болтали по телефону до самой ночи. Это как я. Вчера Катя отдыхала, спала, это есть хотелось. Вот что я делал. Картохи начистил, наварил. И мясо достал, это свинину, ребрышки, там мякушку, всякое, в общем. В сковородку, это воды залил, все приправы закинул туда, перчики, мерчики, соусы, моусы. Все запихал, это все томилось 2 часа у меня. И потом лечо, Людмила, ваша лечо, чуть-чуть туда залил. Катя проснулась, она говорит, я кушать пока не буду. Ага. В общем, мы как навернулись, на 2 тарелки и легли спать. Как пока болтала с Ольгой, я прям вырубился. Я тоже с ними болтал и, видать, отключился. Молодежь потом пришли, блин, разбудили меня. Всем привет, приветики, ага. Приветики, конфетики. Костя, как зайдешь к вам на страницу, ощущение тепла и уюта. О, спасибо, золотые. Это хорошо же. Так, привет, приветики. Привет, Константин. Здрасте, как ваши дела? Все лучше и лучше. Говорят, так надо говорить, ага. Привет, Костя. Что завтрак любимый приготовил? А, любимый-то? Ничего пока. Катчика спит. Мы никак не доедем анализы сдать. Ну, надо день выбрать какой-то, она это. И сильно прям спать хочешь. А что она ложится в 4-5 утра? В 7 она не могет встать. А я и не настаиваю, ладно. Все терпимо, пока ждем. Съездим. Привет, Костя, что на завтрак? Так, на завтрак не знаю, что можно. Можно бутики с рыбкой Кате сделать.
Я-то могу еще картофель с мясом врезать. Так, и пользоваться не больше 2 раз в неделю. Паста супер привозила. Стай привозила всегда. Ой, точно, Светочка. Вот это меня и подкупает. Вот это клево. 1 раз там в неделю написано вроде, да. Вообще паста огонь. Костя, привет, приветики. Привет, Катюш, приветики. Привет, грибочки, приветики. Татьяна, ага. Приветики, конфетики. Наташечка, здравствуй. Костя, а вы откуда? Я просто недавно вас подписалась. Светочка, мы с Владимирской области. Гусь Хрустальная, деревка Уляхина. Где-то тут мы, в общем. Ага. Меня не видит, кто минус, но и не гонит. Это плюс. Алекс, здорово, здорово. Где ты пропал, друг мой? Друг мой, ситный пирог с морковью. Привет, привет, добрый день, хорошее самочувствие, замечательное настроение, спасибо. У нас такой снег сейчас, Пороша такая вот, маленькая, такой реденький летит, как будто и незаметный. Красота на улице вообще. Ходил бы лыша, кормил, теперь всю зиму теплую воду таскать, караул. Лето отпустил, нехай гуляет, а сейчас запретили собаку, чтоб гуляла, а то это штраф дадут. Мы ее посадили на цепь пока, пусть сидит. А что эти гуляют, девки гуляют, а он бегает за ними. Там собак рвут, кошек рвут. Я просыпаюсь, говорит, жизнь прекрасна, они правда как будто жизнь веселей. Ага, еще небо, к небу надо смотреть на небо. Их, и потягушки делать. Ой, простите, я еще не проснулся. Доброе утро, здоровья вам, удачи на неделю, пусть задуманное сбудется. Дай бог, взаимно, ребята. Как вчера у тети Оли погостили. О, тетя Оля всегда вкусно, красиво, нарядно, все супер. Приехали, выспались, каши наелись. Ой, за горохом только не заехали. Катюша, большой привет. Я обязательно, где купить такую пасту зубную? Не знаю, в Тайване или в Таиланде. Нет. Доброе утро. Костя, привет. Привет, приветики. Доброе утро, грибочек, хорошего дня. Катя опять за грибами ушла. Опять за ними. Снег уж валит, говорю, хватит, куда ты собираешься? Сейчас переворачивал ее, говорит, это чернослива наелась. Я говорю, где она? Ну, где мы в Владимире жили, в арку заходишь, вот там. У нас тоже Мордовия, в Саранске немного снег идет. Хорошая погодка, чистенькая. Надо сразу или снег, или морозец такой, потому что вот это слякоть осенняя, не ходится. Грязь, ага, то потом все на коляске домой завезем. Дальше история возникновения выражения «друг ситный». Я не знаю. Знаешь, что друг мой ситный пирог с морковью. Кто-то так говорил, блин, у меня. Откуда-то я вот это же знаю. Друг мой ситный пирог с морковью. Не знаю, Алик. Доброе утро, откуда вы? С Владимирской области. Тетя Оля молочина всегда наготова. Блин. Ага. Ага, ага. Так, что делать-то, что делать? Что-то у меня желание умыться. Это очень редкое явление, конечно. Я молодой, кровь моя, я не... Ага. Заодно и кухню, и фартучек протрем. 2 плюса на кухне, молодцы. Первый, потому что нет ванны. Второй, что фартук побоем. Вот так делаем теперь упражнение, чтобы синяки под глазами. 45 лет, говорит, это уже возраст такой, когда ты, говорит, просыпаешься с утра, как будто ты бухал. А ты не бухал. 100%, да? Есть же такая история. Угу. Привет, приветики. Так, тетя Оля молочинка всегда наготовлена. Угу. Друг мой ситный. Алекс, давай рассказывай. Привет, Казахстана. Всем привет. Как? Что-то хотел спросить. Все, ваше, я пусто в голове вылетело из башки. Вот у нас еще сумка тут с подарками. Кому кофе нужны вот эти кассеты? Маленькие. Миндаль, кокос, блин, наверное, вкусные, спасу нету. А у нас другая кофемашина. У нас Дольче Густо. А Леночка нам прислала маленькие. Это под другую кофемашину, не знаю под какую. Ириш Крем, инвестиционность. Сингли Куб, наверное, вот так, я думаю, называется. Блин, сколько тут у меня новых. Сингли Куб. Угу. Может, кто есть местные? У кого такая машинка есть? Я буду ходить заваривать к вам. Я молодой,
Грустная игра. Ауф. Кавказский конфет. Прекрасно. Вкусный, как чистый горный воздух. У них вкусные. Там прям сухофруктики, мед, все дела вот эти. Угу. Все по фэншую, в общем. Привет, приветики. Привет, Казахстана. Здрасте, большое вам привет, приветики из Вольска. Так, раньше есть до революции ситный хлеб был. Самый дорогой и желанный всеми. И выражение «дорогой друг» никак, иногда заменяли «друг ситный». А, вон что, ага. Самый желанный – это друг мой ситный. Ага, пирог с морковью. Понятно. Доброе утро, привет с Бреста. Алекс, ты всегда умные речи толкаешь, спасибо. Привет, доброе утрочка. Привет, приветики, Людмила. Приветики, Лёшку обнимай там от нас. Людмила, привет. Всем доброе утро, хорошего дня. Взаимно. Эти капсулы кофе можно заварить обычным кипятком в кружке. Ну ты, моя хорошая, ты даешь. Прям целиком в кружку кинуть или разорвать вот это вот? Блин, пластик как-то неохота нюхать в кипятке. Да и жалко портить. Ну, сам... Не то, что вкус кофе, знаете, а сам процесс приготовления. Вот. Кассету вставил, водичку налил, включил, пожужжал, вот кофе льется, дымок идет, запах. Это уже навеивает такое желание, такое отхлебнуть, пошвыркать скорее кофеечку. Вот это. Они вот это извращением заниматься неохота, конечно. Чтоб туда что-то испортить. Нет. У меня еще 3 пачки таких кассет есть. И когда-то я тоже ошибся и купил их. Поэтому могу кому-нибудь отдать. Пределы гусь хрустального. Приветики. Так, привет, приветики. Доброе утро, Костя. Привет, приветики. Угу. Юлечка, привет. Привет, сынок Кузнецкий, вы суперсемья. Ой, да, обычная мы, золотая моя. Я молодой, кровь моя играет. Я кофейку сейчас отведаю. Привет, привет, целиком, Костя, конечно, высыпать. Не, не буду портить. Костя, Кать, привет, здоровая мечта моя приехать. Ждем, золотушечка. Я молодой, кровь моя играет. Пока Катя спит, мы в ее кружечке будем пить кофеек. Достаем такую волшебную баночку. Все культурно. Пальчик не забываем оттопыривать. Ложечку достаем деревянную. Хрясь. 1,5 ложечки. Ложечку на место. Закрываем. Убираем. Интеллигенция. Кипяточек наливаем. Хоп. Ага. 1, 2, 3 сахарозаменителю. Это уже у меня рецепт наработан. И лимончик. Хоп. Все. Лучший кофе на дороге. Ложка обрезался, считай, помыл. У нас так в деревне. Все, да. Это тебе, говорит, тарелку чистую или грязную? Говорит, а в чем? О, тебе чистую или мытую, говорит, тарелку? Ну, а в чем разница? Ну, мытая это помытая, а чистая это собака облизала. Привет, приветики. Так, доброе утречко. Не знаю, есть еще люди, которые не любят кофе, как я, но запах кофе нравится. Ага, да? Блин, я вот подсел на этот кофеёк, все время пью. Сейчас вот с лимоном, не знаю. Ага. Так, привет. Из Биробиджана делала по вашему рецепту стошки. Очень вкусно. Вкусно, ребята. Это вкусненько, прям нежненько. Я еще теперь мечтаю, что эту, булочки купить. Булочки, ну, хрустящие, знаете, в глобусах продают, вот, когда колбасный хлеб делают или что-то так. Да любую булку разрезать и вот эту стошку туда захерачить. Еще можно горчички добавить, что-нибудь такое задумать. Можно помидорку, можно лист салата. Ну, сделать свойский гамбургер. И вот с этой стошкой, я думаю, это зайдет вообще на ура. Прям, ага. Ага, прям ход сушь заточить. Можно еще булочку прям поджарить на сухую. Туда все это дело, и вот так. Ну, это мужицкий такой завтрак, обед и ужин. И ночной дожор. Ой, не доготовилась.
Чуть-чуть не докипел чайник. Здесь тряпочка была, уже потерялась. Приветики. Собака облизала. Иди, пусть кошка посуд теперь моет. Да, Алекс. Это правда, это жизненно, это у нас так было. Я говорю, чистую или грязную? Говорит, чистую, говорит, собака облизала. У меня кот моет чашки. Это. Вот когда Мася кушает, да, всегда оставляет. То ли вот это выделывается, то ли что, то ли, может, не знаю. Вот когда мыши ест или белые, они прям моют тарелки за собой. Прям чисто я так губкой не отмываю. А все вылизывает, облизывает. Наелись, вон они лежат теперь, смотри, что. Ага. Мыша, наелся. Наелся. Сначала Мася наелся. Потом они вдвоем с Белым покушали. Это. А молоко стоит на холодильнике. Я забыл убирать. Не то, что забыл, я и не хотел в холодильник. Не люблю коробки, потому что вот этот сосулек, который открытый, и из-за этого она не влазит уже в холодильник. Надо его согибать, я не люблю. Оставляю здесь все время. И оно уже со временем превращается в простоквашку, сметанку. Мыши ест, любит, вообще спасу нет. Вот сегодня у них было это простокваша, творог там оставался. Натаха привозила, чуть-чуть остался, я им отдал. Он все любит молочное, вырос на молоке. Ага, и два китика. Ну, легче, в общем, чем кошку и трех собак прокормить. Лучше поросенка купить, ага. Привет, у меня кот моет чашки, ага. Так, привет, доброе утро, доброе. Из Уфы приветики. Лидочка, приветики. Так, доброе утро, Иринка, привет. Новосибирска, приветики. Че, где уже зима, где снег есть? Ой, надо погорячее добавить. Вот уже теплый, не обжигает, уже как будто кофе не кофе. Я молодой, кровь моя играет. Надо что-то подумать, что приготовить такое эксклюзивное, что ли, что-нибудь. А что фи... Ой, вчера салат-то какой я делал. Натаха, за сыр спасибо. Ой, сейчас покажу, какая штука. Я тут, правда, уже выкинул. Где она, трава эта? Угу. О, сыр моцарелла это. Господи, какая вкуснятина, караул. Ага, в общем, я эту моцареллу... Это помидоры нарезал, огурец нарезал, это сыр моцареллу, половину луковицы и майонез. Блин, это... Вообще, когда майонез со сметаной, вот покруче получается. Такой салатик был вкуснейший. Вообще крово. Особенно вот к вечеру ближе. Давно не была у вас на эфирчике. Ура, попала. Ура, Иринка, приветики. Так, у нас на Сибирске метель. А у нас-то Пороша, маленький такой снежочек. Красивенький. Так, добрый день. У нас снег на Урале. Супер. Переобули машины все. Мы зачинили. Слава богу, хоть это глушак сран. Как он рычал, надоел уже, спасу нет. 600 километров мы в Дивеево-то ездили. Так, с этим глушаком. Сейчас тихонько, хорошо. Так, Катюша за грибами. Да, спит она, золото, спит. Так, у нас в Казахстане выпал снег, кто-то вышел на улице, белым-бело, красота. Ага, чистенько, да, как ковер беленький. Так, и сейчас буранит. Мне казалось, у вас снега вообще не бывает, у вас тепло там, песочек. Или что, засыпает у вас, как у нас тоже. Ага, что-то я в географии слаболаст. Не, мне показалось, степи, Казахстан, степи, там песочек все время. Я молодой, кровь моя играет. Ну, кавказская конфетка лежит, не могу не отведать. Смотри, так. Интересно, они все одинаковые? Да, все одинаковые. Ой, какая-то наклеечка здесь. Закажи меня на... О, тут еще QR-код есть, нифига себе. QR-код есть, ребята. Смотрите. Ну-ка, давайте им рекламу, когда замутим. А чё? От души душевный. Потом кому надо заскринят.
Озон и Валберес конфеты эти есть. И на Озон, и на Валберес. Хорошо, придумали, молодцы. Уф, очень вкусные. Ну, наверное, дорогие конфеты, потому что это натурально, как его там, курага и миндаль, во. И мед, наверное. Чем-то же они сляпаны. А может, просто курагой. Все. Я молодой, кровь моя. Песня меня достала, это уже с утра. Угу. Надо заключить с ними договор, рекламу. Повешу здесь вот. Манат Благовещенская, Амурской области, дождь. Угу. Доброе утро. Костя, можешь еще раз сказать, как стошки делаются? Угу. Сейчас Катю поверну. Так, поправил маленько. Как стошки. Надо записать, в общем, подробные рецепты к вам, да? Да. Надо сегодня тогда Наташу пригласить. Фарш купить. Не, надо Наташу пригласить, с вас фарш. Это. Как мы делаем? В подносе луковую подушку. Кто много любит лука, то лучше много лука. Угу. Луковую подушку. Потом ляпаем из фарша котлету. Хорошую котлету. Ой. В общем, луковую подушку делаем, ляпаем большую котлету. Ну, фарш сами сделайте, какой там лук, что там, хотите хлеб с молоком туда, хотите просто. Кому какая нравится котлета. Сляпали на лук, положили эти котлеты. На них в терку сырую картоху делаем. Кто-то и вареную делает картоху, мне кажется, без разницы. Может и нет. В общем, сырую картоху в терку. И каждый слой тоненьким майонезиком. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Ага, потом что? Я говорю, может, майонез со сметаной сделать, попробовать? Тогда будет, наверное, еще вкуснее. Приправками можно подсыпать, наверное. Кто как хочет, ребят, я не знаю. В общем, лук, котлета, картошка в терку, яйцо в терку, сыр. Все. На полчасика 150-160 градусов. Вообще вкуснятина. Смотрите, чтобы вот не сгорел низ, когда лук, я вот это не люблю. И вообще, я знаете, что подумал, что надо сделать. 20 минут все это поготовить, а только потом сыр положить. Вообще будет тогда огонь. А то бывает сыр подгорает, уже шибко, он и жирный такой, неинтересно. Угу. В общем, надо доработать эти стошки. Так, привет. А так получается нежный котлетин. Да нет, Костя, у нас прям зима минус 40 бывает. Да, вау. Угу. А снега-то много бывает? Угу. Доброе утро. Это у вас все как у нас получается. Привет, приветики. А у вас еще там, да, все открыто, поэтому, наверное, холоднее. Доброе утро. Доброе, ребят. Мне смеситель душевой менять надо. Ну, у кого нет кодов на скидку? Угу. Алекс, давай мы тебе подарим смеситель по-братски. Ты сейчас мне в личку напишу адрес. Тебе суперский. Так, привет, кинь мне душевую кабину. Тут мы бессильны. Привет, привет. Костя, блин, как начнешь напевать, потом заедает на несколько дней. Блин, вообще откуда это? А, видео я сегодня делал. Я в ТикТоке лазю, когда видосики всякие делаю, музыку там подбираю. Ага. ТикТок, чем хорошо это? Вот мы уже сколько ведем блока, ну, музыку сам нам выбирает. Рекомендации, то бишь, дает такую, и уже выбираешь, какую тебе. Конечно. У вас фарш
С меня Наташа. Да-да-да. За то, что они меня разбудили вчера ночью. Кость, спасибо большое за рецепт. Пожалуйста. В общем, сделаем. Давайте я запишу видосик, все популярно. Ну, а я вчера в телеграм-канале выложил ссылку на Наташин телеграм-канал. И там она в эфире делала тестошки вчера. Вчера или позавчера, когда она тут была. Угу. Я тогда много рецептов. Ой, рецептов этих везде. Я подписан в инстаграме, там девочка, у нее 3,5 миллиона. Не помню, как она называется. Лучшие рецепты или вкусные рецепты. Кругом, туда хоть не заходи, на эту страницу, меня там разорвет точно. Я все сожру, когда кругом будет лежать. Костя, все как у вас бывает, как за водой сугробы стоят большие. Все понял, спасибо, спасибочки. За знание, познание. А то Костя, он дурачок маленько. А я молодой, кровь моя играет. Бингер, Далит, Италия. Италия, приветики, приветики. Да, у нас в степи, поэтому и ветрено, и холодно. Да, зимой, вот зима хорошо, но когда ветрено, не очень хорошо. Так, в интернете смотрел, есть рецепты на сошки разные с сыром и вареной колбасой, и грибы под картошку кладут, и такой сыр, за 10 минут до готовности. Да, ребят, это как, на что фантазия, в общем, гораздо, в общем, что в голове. Это, как знаете, это пицца из отходов, как Иринка Чики-Пики говорит. Пицца из отходов. Что нашел в холодильнике, правильно покидал? Хочешь на тесто, хочешь на батон, хочешь грибы добавь, хочешь морковку корейскую. Без разницы, можешь шпроты с огурцами закидать. Ну, правда ведь, это все, что есть, можно приготовить. Такое быстрое, когда что-то есть охота, такое, не надо заморачиваться. Это что-то сверх такое вкусное, все зависит от соусов, я думаю. Бешамель, шмешамель, вот это черный, красный, белые соусы на рисовой воде, вот это все кунжут, мунжут, зира, мира. Это же все тонкости вот эти, они придают офигенный вкус. Вот, допустим, даже взять же этот микс-салат, вот Катя любит, вот в тотошке с креветками, там все от соуса. Ну, зелень, мелень и все, и креветки, ничего, там соус. Кунжут, мунжут, и вот этот соус, это вкуснятина. Его потом хлебом вот так тарелку отмазываешь и ешь. А так это все просто наше. Картоха, колбаса да мясо. Закинул, булкой закусил, чтоб провалилось шибче. И все. Привет, приветики. Через какое приложение монтируешь видели? Через какое приложение монтируешь видео? Через карткуб. Курт или курткап. Карткуб монтирую, да. А музыку в ТикТоке накладываю. Первую я выкладываю все время в ТикТоке. Ага. А монтирую в карткуб. Ну, где обрезать, подрезать, где ускорить, прискорить, вставить. Привет, привет. Подпишитесь на их дочь Наташу. Она там на днях делала стошки, показывала и рассказывала все подробно. Да, она есть и в инстаграме, и в телеграме. В телеграме ссылка есть ее. Костя, прекрасный Катюш, доброе утро. Людмила, привет, приветики. Блин, ты своими сырниками сегодня меня прям раздразнила. Прям у меня расстройство желудка сразу от того, что у меня их нету. И от того, что я их не попробовал. Вкусные такие. И Лена не ездит. Это смотри, что бросила нас совсем. Ладно, будет и на нашу улицу праздник. Костя, приветики, приветики. Киао. Италии, в общем, приветики, приветики, мы знаем. Я молодой, кровь моя играет. Не печалься, приезжай. Да, да. Я, говорит, по карте посмотрел, тут всего 2 локтя ехать, да? 2 песни. Так, ребят, что надо сегодня план действий сделать какой-то нам? План действий. Медь мне надо разобрать, моторы доразбирать. И все, с железом у меня порядок будет. Все, угорн сдавать пока не буду. Буду ждать, когда цена будет. Это жалко. И москвич вот надо разрезать. Али, так пока в Авито выложить, может, заберут на запчасти. Кому надо, приезжайте, заберите, пожалуйста. Я молодой. Он на ходу там, что, поменял шланги, прокладки в карбюраторе. Поехал. Даже аккумулятор старый дам. 1000. Так, привет из Улан-Удэ, вы лучшие. Привет, привет, ребята. Кровь моя играет. Так, конфетки. Вот это куда-то дело надо теперь убрать. Я вот
почему-то, когда задумаю всегда эту картоху приготовить мятую. Ну, это желание покушать, когда охота, сделаю мятую картоху, пюрешку. Но никогда до этого дела не доходит. Комочками все остается. Потому что уже есть охота, спроса нет. Я вчера пока готовил туда-сюда. Катя спит, а мне надо... Я еще на маленький огонь думаю. Так, сейчас она часа полтора-два на маленьком огоньке. Пока мясо тушится, все приготовится, мы вместе покушаем. А она спит и спит, спит и спит. А я хожу, все, тут кусочек оторву, там отрежу. Это полуквица лежала, тоже ее съел. С мясом. Потом она проснулась, мы наелись. Все. Так что у нас сегодня еще на вкусный обед готовый. О, надо еще собаке сварить. Малыша накормил, теперь надо варить заново. Я сейчас соберем все, что недоедено. Обычно я ему эти лапки беру куриные, а сейчас нету. Не знаю, почему не возит. И эти головы. Варю головы. Ну, все ест, все такая. Главное подольше поварить. Я включаю на маленький огонь под крышкой часа два. Они томятся мягкие-мягкие. Потом овсянки туда или пшенки. В общем, старую крупу какую-нибудь. Хлеб старый покидаю. Вот, пару кусочков. Хоп. Я беру про эту поросенка. Проще купить. Позавести. На будущий год это хочется бычка взять опять. Может, как приехали сюда искать в деревню, то мы держали бычков двух штук. Сначала одного, ну, у нас был калмыцкий, он не очень-то рос, а второй гольштинский такой черненький, тот хороший, Яшка. Вот хочется еще взять. Возьму какую-нибудь, куплю веревку, кольцо сделаю, туда на, это, на поле гонять. Пускай пасется там, правильно? Угу. Вообще надо вон, у детей место до хрена, и сараи добрые. Это купить штук несколько, да? Только деньги надо. Ага. Сено купил, они нехай гуляют, там поле такое огромное, растут. Я говорю, о, подспорье какое. Только главное начать. Привет, приветики. Говорю, давайте 100 курей возьмем туда, в дом. Сарайка там какая-никакая походит. Да, в общем, надо мне заняться. Буду я директором командовать. Ага, приветики. Приветики, да, у нас так. В интернете смотрел, есть рецепт. Читал. Через какое приложение? Читал. Я уже где-то потерялся, ребят. Доброе утро. Не печалься, приезжай, ага, накормим. Да я не сомневаюсь. Привет, Сулану, да вы лучшие. Привет, спасибо, Костя. В соцфонде средства по ИПР забрали, не забыл. А, нет, Алекс, еще не ездил. Это, тут 120 километров надо ехать во Владимир, друг мой. Ага. А мы это раньше во Владимир ездили часто, а сейчас нет. Надо это... Как-то сопутствующие дела будут какие-то, чтобы туда-сюда поехать, и мы поедем. То бишь, они там лежат, никуда не денутся. Спасибо, друган. Костя, ты эталон мужа, у меня муж иногда плохо слово не сказал, так я бы побольше. Муж никогда плохого слова не сказал. Нельзя плохое слово говорить, а зачем? Нельзя. Я всегда говорю, как муж к жене относится, так и окружающие будут относиться. И как жена к мужу. Вообще, должны быть парочка примером для других, я так думаю. Да, чтобы кто-то что-то хорошее черпал. А, ругаться все мастера. Привет, Костя, в Телеграме не написал, что эфир пошел, оповещение от инсты нету. Не написал. А мы это, в беседе болтали, я говорю, сейчас выйду в эфир. Вот, что-то я и не подумал. Ага, худая глава. Ага, так что надо съездить, надо. Сейчас поедем, порешаем, что там, как.
Наш же газель опять смятку разбил, вообще в хламину. Сейчас вот ее пригонят, поедем решать, что с ней делать. Уйти в металлолом или на продажу, или делать, хрен его знает. В общем, дело, вот два уже дела накопилось, надо будет ехать. Может, еще какое. Ага, ну, заодно и погулять съесть. Ну, Владимир, давно мы там уже не... Наверное, с каких времен? Когда вот Иринки приезжали. Иринка Могилев, Иринка из Германии. Тогда гуляли. Клево. Там пицца, мица. Красота. Итальян. Я могу. Так, крышка у меня есть. А вы собакам есть солите? Когда варите? Я всегда вот чайную ложечку на казанок соли ложу, всегда собаки. Ну, не соленые, наверное, невкусные будет, правильно? Ну, нафиг скажет. Вчера убирались, это граблями греб, это кости вытащил из земли. Малыш прячет. Раньше мы ему большую такую покупали, это говяжью, допустим, костю. Он никогда не ел. Он закапывал ее, наверное, ждал, когда она маленько подмякнет или протухнет. Что, как медведь, в общем. Достал, отдал, но не посмотрел, что он с ней сделал. Ну, что-то ее не видать, нигде не валяется. Может, опять закопал, спрятал. Я молодой, кровь моя и рай. Надо Блин, жалко на цепи его держать. Я домашних не успеваю кормить, готовить еще собаки. Наш ест только корм. А наш все едят. Наш все. Это... Ульяночка привозила. Это сухой корм. Белый кот этот собакин любит, а малыш не очень. Да. Ой, все. И консервы покупаем. 70 рублей консервы. Это здоровая банка. Надо тоже с кашей мешать варить. А так, когда уже ничего не сварено, когда голодный, даешь консервы. И котам, и все. Коты тоже любят то, что собаки варю. Ага. В общем, мы деревенские, неприхотливые. Привет. Нет, нету. Олю, собачки. Им же нельзя солью. Ну, тоже слыхал, да. А у нас все, что нельзя, это спорно, я так вам скажу. Доброе утро, хорошего дня. Спасибо, спасибо. Привет, приветики. Взаимно, хороший денечка. Блин, надо маленько это. Похудеть, да, мне маленько. Да? Привет, Кубань, приветики. Я не успеваю готовить мужикам. Хорошо, когда так, ага. Я не успеваю готовить и есть. Кто бы мне приготовил бы что? Наташка Стошки сделала, вкуснятина была. Ой, вчера помыла все, хоть слава богу. Я вчера наругался, говорю, это наготовить наготовила, поднос испачкала, а мыть не приходишь. Морда наглая, что ли? Пришлось ей идти поднос, чтобы мыть посуду. Привет, друг, как дела, откуда ты? Я немного говорю по-русски, немного тебя понимаю, у тебя очень доброе сердце, ты хороший человек. Привет, привет, друг мой. Мы с России, с Владимирской области. Спасибо, спасибо. Синан. Очень приятно. Россия, вы с России. Россия, великая. Надо вот подоконник помыть еще. Давайте я займусь этим делом, да? А что делать-то? Хоть я дела свои маленько поделаю. Пока у меня тут коробка еще с мусором стоит. Вот это. Ну, каждую неделю я убираюсь вот здесь. Вот здесь вот я каждую неделю, это раз в неделю убираю. Ну, обычно я вот так вот раз в кучку и все готово. Ну, вот это откуда все берется, я не знаю. Постоянно что-то накладывается, сюда накладывается. Зубочистки, палки, заколки, блядь, резинки какие-то. Зажигалки, ложки, кружки. Я не знаю, кто тут Катя. Мне кажется, она говорит, компьютер сижу. Мне кажется, она ходит по ночам тут вес конфетки. Али, это я? Али, я? Я молодой, кровь моя, я. Так, хлебушек. Эх, почему вот все мне дела достаются, я не знаю. Сказал еще неделю назад, помойте подоконник. Нет. Цветочек рождественская ночь, что ли, называется. И он должен быть красными листиками. Один раз был. А, или два.
Или один, или два, не помню. Ага. И все, он всегда пить хочет. Похмелье, что ли, он всегда не знает. Попей, попей, мой хороший. Катя ждала, говорит, что-то давно не цветет. Понеслась. Красота. Все. Блин, ему уже 100 лет. Тут пока нету, но тоже, думаю, скоро будет. Он всегда такой зелененький. А он такой зелененький. Поливай. Сад, огород. Вчера у Ольги были, а у нее перцы растут. Вот такое дерево в туалете стоит, прямо в горшке. Такое дерево, и на нем перцы вот такие зеленые, красивые. Здесь пока нету. Вот кто сказал, что это денежное дерево? Обман все. Вот уже второй год, наверное, оно не растет вообще. Ага. Ну, по факту. Тут что, кумари с лесу лежат. Ой, с лета. Так, где-то у меня потерялось вот это. Это сюда. Это сюда. Я молодой. Все, красота красовенная. Все, развалилось. Пол стола слетело. Хотел как лучше. Не представляете, сколько я сейчас сдержался. Сколько я сейчас сдержался, чтобы матом не ругаться. Вот сковородка. Зачем она тут? Вот прихватка, которой всегда не хватает. Но она тут лежит, отдыхает. Этот стул тут не нужен. Одни банки. Самогонку попили, банки стоят все. Так. Тут притон же. Я тут развалился вся в хлам. Моя любимая салфетница. Заяц отлетел, кипи. А, он приляпает. Нет, все хорошо. Все хорошо, приляпался обратно. Вон он. Зайка, попрыгай. Салфетки надо вот прикупить. Отвалилось, кончились. Вообще удобная штука очень. Я молодой.
красота. Вот тут надо, знаете, вставляешь салфетки, а потом отсюда раз. Ну, сейчас нет. Так. Что дальше-то? Так, стул не буду ставить, стол лучше подальше подвинуть. Так. И все. Так. Вода тут зачем-то, не знаю. Все, красота, вы еще молодец, я крову. Я молодой, крови. Как приятненько теперь смотреть-то. Ага, и воздух чище стал, прям цветочки насыщены. Так, привет, приветики. О, сколько я народу пропустил, всем приветики. Так, приветик. Все читаю заново. Соль обязательно животным давать, это важнейший элемент крови. Без нее сердце остановится. Алекс. Спасибо, умный, добрый человек. Я тоже так считаю. Лоси в лесу соль едят, любят все животные. Как жрать без соли? Как жрать без соли? Вот. Собакам не давать, кошкам. Корма. Любой корм возьмите, любой. Вот это даже финдиперсовый, чем вы кормите собак с косичками, там тоже есть соль. И вот это все время это... Я не хочу спорить, конечно, но это глупость вот наивысшего уровня, что нельзя собаке соль. 100%. Соль есть везде, без нее вообще никак нельзя. Ага. Сахар, да. Нахрен он нужен, сахар. Можно курагу съесть, что-нибудь, шоколад съесть, да. Но соль ничем не заменишь же, правильно? Лимоном, что ли? Доброе утро. А где сегодня утренний кофе? Цветы плавают, там листья, блин. Все, напился, получается. Хоп. Так, доброе утро. Мама варит своей собакам лапки и солит им еду. Да я тоже так считаю. Всегда так солю. Не знаю почему. Едят, любят собаки, не умирают. И кошки по 15, 17, 20 лет живут. И никак. Доброе утро, доброе. Кто вот эти все, да, присказки, сказки придумывает? Откуда чего? Так, приветики, порядки наводишь. О, Ленка, банда, здорово, здорово. Да что-то маленькое сегодня это, видать, замутнение в мозгу. Так, приветики, доброе утро. Я сегодня спала полтора часа караул, но пока бодрячком. Дел тоже много, как настроение. Костя, какие планы сегодня в Липецке? Какой день пасмурный? Дождик, иногда хмуро вообще. Ой, Марин, дело знаешь, сколько в голове? Ага, где бы время на это все взять, не знаю. А так хочется поделать. И то одно, второе, третье, пятое, десятое. Там разобрать, это разобрать. Железки дособирать, ага. Там вроде везде убрали, все порядок. Мне надо еще одно место, это... раньше летний душ был, хочу сделать там это, под крышу. Это, дверку, туда кислород, резак, баллон, вот эти все дела спрятать. А то валяется на земле нехорошо. Вот, дел полно. Сейчас Наташка придет, Катя проснется, позавтракаем. А там уже и все. Все, что загадаешь, ни хрена ничего не получится. Вот пока погода хорошая, надо что-то делать. Мне хочется ковыряться. А куда ковыряться? Катюша спит, я вон рядышком, надо глядеть ее обязательно. Никуда не пойдешь. А проснется, пока оделись, убрались, помылись, умылись, зубы начистили. Что, завтрак приготовили, позавтракали, полежать надо. Полежать, потом в компьютер, вот, а потом уж мне отдохнуть надо бы, получается. Вот так и живем, в общем. Привет, доброе утро, любимый. Привет, Алекс, доброе, ага. Нет денег, нет и дерева. Точно, я и говорю по факту. Доброе, доброе утро, пусть ваш дом приходит с части каждый день. Спасибо, спасибо. Да. Главное, любовь есть, остальное все прибудет, да? Я летом пересадил в горшочек побольше цветы и деревья, они так выросли, только у одного опять сейчас листья, кончики опять желтые. Угу. Ну, я тоже думаю, надо пересаживать, новой земли добавлять, там эти витаминки, элементы. Мы какую-то подкормку покупали, где она фиг его знает? Ага, надо вот тоже подкормить мало-помалу. А то они где-то... Вот там у меня эти кактусы стояли, и я их, наверное, 7 лет не поливал, они живые, стояли, пофигу. Привет, приветики. Брось, а то уронишь. Все, уже все улетело, Алекс. О, вот, мне напомнил про такой стул. Угу. Это Катя вот выдавали белый, Алекс. Так вот, привет, привет, доброе утро, молодцы. От хлама надо избавляться. От хлама мы избавились, когда вот пристройку чистили. Вот, это было хламина. Кость, тебе Золушка сегодня укусила. Все, 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 маленько прошла мимо. Так, Кость, Кать, привет, рада вас видеть.
Ты что, шмон делаешь, а то только зашла маленько. Когда что-то делаешь, так хорошо себя, легкость такую ощущаешь, да. Ходишь, не ходишь, а порхаешь. Ага. Все, а потом сел кофе, чай, шоколадки, и все, кончились силы. Добрый день, дорогие. Костя, я представляю, ну ты молодец, есть выдержка. О, силы есть, воли нет, добрый день. Ксюха, привет, добрый день. Неужели я вам попала, поменяла пену и у вас в гостях? Привет, привет, Олесечка. Да, я тоже иногда меняю. То одну, то планету, то тип-топ, вот так. А бывает, они оба и не работают. Вот когда-то было, позавчера или два дня назад. Нет, и все. Привет, привет. Смешно упало. Привет, с Волжского. Да, давно самогон не играл, скоро Новый год. И все, отстал, надоел, не хочу. Ага. Я сейчас делаю летом только, когда ягода. Делаю настойки всякие туда-сюда, в подпол прячу, чтобы на год хотя бы постояло. Ну, месяцев 7-8. Да, и будет вкусненькая своя. Для своих, наших, близких. Ага, а так нафиг неохота. Так, Людмила, здрасте, здрасте. Привет, Костя. Соль обязательно нужен животным. Паразитов помогает. Ага. Правильно. Да. А самогонку правильно. Уходит три калеки, надоедят и спать не дадут, правильно. И хейтерам плюс тоже надо сказать за это, да. Может, они меня от плохого дела отвадили. Молодец, им молодцы они. Я по специальности была ветврач, и соль животным обязательно нужна, так же, как и людям. Все, тут уже все доказано, рассказано. Спора быть не должно просто вообще. Молодцы, я всегда говорю, как без соли есть. Господи, милочки мои. Всем приветики. Жамиля, привет, приветики. Добрый денечка. Так, ого, правда, говорил, то сколько дел. Дел вообще крову. Приветики. Так, привет, кастрированным котам надо ограничить сухой корм. Ну, знаете, это у кого какая возможность. Кто-то может сухим, кто-то может и сырым, и колбаски, молбаски, кто-то может и варить, а кто-то может только супом кормить, потому как сам в жизни есть только суп и макароны, знаете. Вот. Мы с Катей раньше ели эти только кожу куриную и макароны. И все ели. И щи, коты смотрели, если не по-майонезной, есть не будет. Ага. А это все херня. Это все искусственно, декоративно. Эти кошечки, собачечки. Чем их там кормить будет? Мне совершенно похрену. Вот. У меня все они эти, как сказать, деревенские или как их? Дворняги, вот, они жрут все подряд, что-нибудь. Вот будут в кастрюле лежать, не съели сегодня, завтра сожрете. Вот так и происходит. Угу. А то еще, может, и мы это еще салатик нарезать туда. Нет, у нас попроще. Костя, а ты не планируй, как Бог даст и будет ее вдохновение. Тогда и делай. Вот я так и делаю, да. Привет, Казахстан, доброе утро, Костя, какой вы классный, заботливый. Маленько, доброе утро, грибочки. Привет, приветики, Наль. Мне такой стул не выдали из городского бюджета, сказали, а у города нет денег. Алекс, деньги знаешь, где были? Вот там, где 2 тонны-то у него забрали, милиционер. Вот там деньги были все. И бюджетные, и ПРовские все. Караул, ага. Каждому свое, Алекс. Откуда у них деньги на стул? Ты чё? Как мне в свое время сказали, я у них ходил поручни просил, эти прикроватные, в туалет поручни. Они говорят, мы можем вам дать только веревку к потолку привязанную. Все так, ребята. Вот все говорят, ой, не ругайте это, не ругайте то, не ругайте третье. Ну, если по факту просто этот, как его сделать, опрос людской, человеческий, как что люди скажут, это беда бедовая. Кто-то говорит, все прекрасно, просто не хотят, как говорится, на себя нагнетать чего-то, да. Все плохое отталкиваешь, живешь и радуешься тому, что есть, то, что имеешь. Ага. А по факту-то не этого какого, как раньше было. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Сейчас это все можно откинуть в сторонку. Доброе утро, Костя, доброе. Костя, привет, прекрасный сегодня. Катюша, приветик, отдыхает. Катя, да, спит, привет, Леночка. У меня даже кактус сдох, который не требует особого ухода. Не, знаешь что, вот, ну, у всех людей так. У всех так. Есть, наверное, цветы, которые не любят вот ту именно атмосферу. Или, может, на людей так влияет. У нас есть цветы, которые не растут. Все просто категорически. Ага. А есть это, которое хорошо. Вот этот, как его, Иринка подарила цветок-то.
как он называется, фиалка-то это. Ну, постоянно цветет, и подолгу-долгу, и много-много. Ага, красота. Это вот пытается что-то расти. Надо пересаживать, здорово. Вот это всегда растет. Всегда-всегда, выскочка, Катя называет. Он может за один день раз и цветок вывести. Мы его весь отстригаем полностью, он заново нарастает. Вот этот цветочек тоже сейчас обрезали, он попер заново. А этот, да, красота. А некоторые, не заставишь расти. Так, приветики, привет. Добрый день, дорогие грибочки. Добрый. Джамиля, приветики, ага. Так приятно вас видеть. Спасибо. А у меня кастрированный кот полгода всю жизнь на сухом. Ему сейчас 20 лет. Вот о чем я и говорю, да. Ага, это не жизнь под нас подстраиваемся, а мы под жизнь подстраиваемся. Будет это колбаса это вкусная, в достатке всего будут и коты это есть, правильно? А в деревне мы как-то вообще, что коты, что собаки, это, что ты режешь, да, кидаешь, режешь, кидаешь, курица, либо мясо, либо рыба, кидаешь, да, и коты все это любят. Нифига себе. А что это, а корм? Ну что это корм? Это вообще беда бедовая, правильно получается? А что, им и выхода нет, они приходится едят. Ага. А потом за птичками бегают, вон за крысами, они уже думают, ну доелся своим кормом, хоть мясо поймать какое. Так, а мне невролог сказал, когда поставили диагноз, кушать ничего нельзя, ни соленое, ни перченое, ни тарать, ни кабачок, и кушайте, не соли. А я говорю, а вы сами пробовали? Да, точно, да. Это как диабетикам, у бабушки только это у меня была, она говорит, мне только капусту можно, картошку с постным маслом и это, и морковь вареную в то время. Я вот где-то, и она всегда, бабушка, ее варила и ела, оттого, наверное, и хреново и было, потому что, говорят, вареной моркови сахара вот так вот, а кто же знал-то? Ну, кто-то посоветовал. Доброе утро из Клина. Кость, здрасте, почему опять ты раздетый ходишь? У тебя же шея больная. Ну, что же, мне все время в шубе ходить, что ли? Ага. У меня броня, вон, 3 пачки маргарина. Какая шея раздетая? Так, доброе утро из республики Марио. Привет, Ленусик, приветики. Какой кот, как ты капусту тушеную в моей тарелке хомячил? А я его только кормом кормил. Оказывается, он и суп и любит. Конечно. Да, у нас были, я говорю, коты. Это, вот у Кати, у бабушки были коты. Они смотрят, что бабушка ест. Если не то, есть не будут. Бабушка ест щи, им наложено щи, они будут есть. Она ест картоху, будут картоху есть, поняли? Да, а у нас это было, вроде Мася, или до этого у нас кошечка была, это, щи накладываешь, в любые супы все ела. Это, если не по майонезину, вот так делать, сами жрите. Идешь майонезишь, и там... Я сегодня решила один день на воде поголодать, не знаю, не сорвусь, опять нужно похудеть, а то и дело рожать вперед, и Новый год нас много, как муж скажет, опять с понедельника. Ой, со следующего давайте начнем. Блин, тяжко это все, тяжко. Я с этими интервалами, диетами только подпрыгиваю вверх. Мне уже скоро, наверное, с ума пригласят. Алексей, своими запросами обанкротите город. Да. Сейчас стол, потом стул захотишь. Так, сколько вам, Костя, лет? Мне 44. Орхидея. Вот она точно. Доброе утро, Костя. Привет из Хабаровска. Привет, ребята. У меня гортень вообще не живет. Ой, герань. Я даже не знаю, что это такое. Костя хотел поделиться. Я наконец-то поборола свою неуверенность, страхи и приобрела обучение. Курс к новому направлению хочу попробовать в фуршетах. Это где брускетки, канапе и так далее. Муж снова поддержал. О, а как мы тебя поддержим, Золотушечка? Да я кулачки сегодня не разожму, буду держать за тебя. Ой, молодец. Вкусно готовишь, молодечек. А у меня один кот мяса просить не будет, а за овощами и фруктами аж трусица была удивлена. О, как, да? Это, ну, это фирменный у тебя, наверное, какой-нибудь иномарка кот. 100%. Привет, кис. Есть коты, которые картоху сырую. Вот это раньше у нас был такой в подполе. Зараза, погрыз картоху. Мы думали, крыс сначала, а это он. Привет, Саксония. Привет, приветики. Где такое это? Нет, ну, на улице выходить. Надо же одеваться. Галин, ну я быстренько же раз туда-сюда сгонял, и все. Ага. Не, ну и это... Знаете, когда продувают шею?
машине, допустим, едешь, там сквозняк, потому что там двери, все худое, везде там дует. Вот, там я стараюсь одеть этот шиворот, или платок навязать, или воротник поднять, так там сижу. Когда гуляю с помещения на улице или с улицы в помещение, организм потеть начинает. Вот шея у меня маленькая, сырая, влажная, чуть-чуть ветерок, вот это. А когда я вот встал утром, что тут я потел, не пот, ничего не делал, я налегке, не спеша, бодрячком, то бишь это вообще меня не заденет. А когда вот маленько где-то что-то спотнул или ветерок, все. Кот вегетарианец, модный кот, ага. Что, говорит, за винегрет без колбасы я есть не буду. Нет, Костя, обычные фирменные заразы, не всеядные. Еще подумает, что он будет есть. Не, у кошки, собачки это хорошо, они у каждого свои, да, у каждого свои какие-то причуды, прибабасы, много историй можно замечать, что-то раз, как Любаша говорит, мой, говорит, утром встает, говорит, и орет так, как будто говорит, вы что, вставать будете, жрать давать мне, говорит, как король ходит, говорит, идет к миске. Вот мыши сейчас молодец, он это, они же боятся, вот мышь с белым может поесть, но потом мыша ему вставит, вот, потом Масю кормлю, когда первую ее кормлю, она же принцесса, ага, мыша лежит, не подходит, а раньше сразу встала вперед, она пугалась, убегала, ему сказал, сиди, и он теперь сидит, вообще не подходит, может даже еще отвернуться демонстративно, пока она покушает, потом идет ест, вообще он умный очень кот этот мыша. Ага. А белый хитрый. Туда-сюда. Видите, он как заластился, уже жирный стал, волосы блестят у него. Ага. Я вчера это мясо ели, хрящи такие остались мягкие. Мыша сидит на кресле, я ему сюда на пол бросаю этот хрящик. Белый уже побежал, уже тащил все. Ага. Второй ему отдал, спороли все. Привет, привет. Мне когда ухудшилось состояние, началась рушиться семейная жизнь, и цветы стали пропадать. Они любят любовь, чувствую ору в доме. Ну, наверное, это все чувствуют. Тоже можно сказать про кошек, собачек, правильно? Ну, и вообще человек, как сегодня, вот я тему одну читал, говорит, профессор там доказывал добро и зло, есть ли добро или зло. Ага, и парень, и студент ему говорит, а есть ли, говорит, темнота? Он говорит, есть, конечно. Он, нету, говорит, это просто отсутствие света. Есть ли холод? Есть, нету, это отсутствие тепла. Вот так и добро и зло. Зла нету, есть отсутствие Бога, есть отсутствие добра. Вот поэтому и во всем нужно, да. Ты вот с утра, допустим, встал, я такую закономерность замечаю, но это уже к возрасту, вот это, знаете, уже живешь, мудрость наживаешь, наверное. С утра встаешь, надо покормить кошек и собак. Ага, сам не садись жрать, вот, сделал, хоть и лень тебе, но ты пошел, сделал, как хорошо, на душе светло, и ты уже с чувством с выполненного долга можешь сам кофейку попить, кошки лежат довольные, нализывают гостей, вот так, как-то по-доброму, поэтому, да, во всем должен быть Бог, во всем должен быть что-то светлое, доброе, настоящее, да, с утра улыбнулся кому-то там, ага, Ленка Буганова пошла, привет, туда-сюда, закрылся от нее быстренько, все дела, и все, вот так-то, так что нету ничего плохого, просто у кого-то души нету, некоторые коты огурцы свежие едят, как будто мясо едят, рычат, есть такие, а где Мася, наверное, с Катей, Мася с Катей. Всегда теперь с ней спит. Еще на меня рычит. Добрый день, Костя, тезки, приветики. Спасибо, Катя, привет. Привет, пока. Не знает, иначе. Противный был старикашка. А потом я к дверному косяку ладонь-то приложил. Чувствую, что это не так. Такая видали? Колбаса спит там. Или это, еще Катя вот так на руки ложится. Вот так спит. А еще может туда головой залезть, а хвостом вот здесь делать. Зараза. Привет, вчера мой вегетарианец болел, повезла к врачу, инфекцию подхватил, температуру лечу, теперь не только люди болеют. Да. А у нас... Катя, сейчас. Ну, я сейчас скажу, кого мы лечили. Это.
Бычка мы один раз лечили, он не ел. 2 дня ничего не ест. Вызвали ветеринара, укол. Говорит, температура, в общем, она определила. Уколы нам дала, мы ему делали уколы. Потом малыша у нас клещ кусал, он почти умер. У него небо белые были и ссал кровью. Ага, я ему тоже уколы делал, вылечили его. Ну, мышь в собаке разодрали, его вылечили. И все, а так больше не лечили никогда ничего. Вот так, когда уж серьезно. Как моя кошка, только сухой корм и арбузы, чавкает мясо, кинешь, не ест. Вон, что? У нас Мася тоже иногда свинину вот не ест. Ага. Почему-то. Или, мне кажется, просто свежее, когда мясо она не ест. Приветики. Доброе утро из Обнинска. Костя, это кот тебе благодарен, что ты ему спас жизнь, поэтому слушает тебя и сидит демонстративно. Это я про мышь. А, может быть. Но умный, он молодец. Я ему говорю, не подходи, сиди. Сидит, не подходит. Я говорю, дай девочке первую поесть. Ага, ну, а белый не такой. Белый козел страх. Он сразу бежит, сразу ему пофигу. А Мася боится, не ест. А кто вам, Катюша, лет? Мне 44, Кате 53. Да, Татьяна, привет из Обнинска. Приветик, приветик. Как дела у тебя, как Катюша? Все хорошо, Олесь, все хорошо. А у нас ветрянка пошла в садиках и школах. Кто уже во второй раз? Почему? А что, 2 раза болеет? Говорят, кто в детстве переболел, больше не болеет. Или это не про это, я говорю. Хорошо, только Мася ложится с Катей. Мои слоны все 4 на меня. Скоро совсем меня раздавят слоны, а не коты. Ну, я думаю, коты большую роль играют все равно. Я говорю, у нас была полусиамская. Она до такой степени Катю лечила, что 2 дня лежала под кроватью. Вообще не шевелилась, пить не могла. В рот ей воду заливали. Настолько вот она за болезнь забирала, видать. Угу. И вообще не зря ж кошечки приходят. Говорят, пришла собака, кошка выгнать нельзя. Надо оставлять. Так, привет, доброе утро, мои хорошие. Доброе-доброе, Лейл, приветики. Загадывать нельзя ничего. Хотели вчера праздник отметить, Илёша, хрено. 100%, Людмила, 100%. Чего загадаешь, надумаешь? Не. Хочешь насмешить Бога? Да, расскажи ему о своих планах. Нет, книга жизни за всех за нас написана точно. Поэтому давайте сегодня отдыхать лучше. Так, не дашь совсем. 53 не дашь. А Катя хорошенькая, красавица. А у вас 1 дочка. Да. 3. Это, как я вчера голову ей намыл. Да, у нас же мойка есть тут. Ага, все, намыл шампунем всем в одном. Красивеньким, вкусненьким. Прическу наделал, в общем, ей. Привет, Грибочек, хорошего настроения, чудного дня. Признаюсь, любви вам. А, спасибо, маечка, спасибочки. И мужу приветик тоже. Привет, у нас кот рыжик, любит сырую морковь. Только начинаешь ее тереть на терке, он уже выхватывает морковку. Ага, так, когда... Так, ребята, сегодня надо поздравить с днем рождения Нику из Некрасовки. Кристиночка попросила поздравить с днем рождения Ника, и мы присоединяемся, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний, и, конечно, фейерверк, чу-чу-чу-чу-чу, баба! Так, угу. В общем, с днем рождения, Золотушечка. И, конечно же, следом еще один именинник. Это Светочка из Купреева, землячка наша, Златушечка, доброй души человек. Светочка, мы тебя поздравляем с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Все, что ты задумала, пускай сбывается. Чу-чу-чу-лю-лю, баба, с днем рождения. Катя присоединяется, я думаю. А то еще раз потом поздравим. Ой, я побежал, он на фейерверк пускает, улетел. В общем, Катя пускала фейерверки, крючок вот перевернул,
поспать. Так, приветики. Я думал, 45 есть. Ага. Да, мы тоже думали, что в детстве один раз и все, а не зараза такая. Ага. А может, новый какой, что? Привет, я тоже думал, ровесник. Приветик, приветик, привет, хорошего настроения, удачного дня. Спасибо. Так, приветики, у нас кот рыжик любит сырую морковку. Только начинаешь ее тереть на терке, и он уже выхватывает морковку. Во, да, интересные моменты такие. Так, привет, приветики. Надо на камеру заснять тебе. Муж на работе вечером обязательно спросит, есть ли грибочки. Спасибо за приветики. Катюш, приветик. Обняли. У меня Инстаграм вылетел, все пропустил, что там сегодня. Как все пропустил? Как все пропустил, Алекс? Ты что? Ты что, у тебя что, все остановился? Где соль собакам нельзя? Или про стул? Спрашивали, еще стол будешь просить? Ты у них нет? А то разорятся они нахуй. Ладно, надо что, заканчивать? Что, и буду я дела-то делать или нет? Ли? А так просидим с вами тут весь день. А какие дела? Ну их нафиг, подождут они дела. Дела у прокурора, у нас делишки так, мал-помалу. Добрый день, привет вам всем. Привет, приветики. Сейчас я, наверное, все-таки картошечки погрею с мяском, с утреца зафигачу. Надо что-то думать, что сегодня приготовить, вообще мыслей нету. Вообще мыслей нету. Может, щи с тушеночкой. Вот, как раз там баночку тушеночки я вчера нашел, кто-то нам давал. Может быть, даже Светочка, ты это именинница. Угу. И есть капуста чуть-чуть. И я могу, наверное, приготовить щи вкусные. Вообще будут офигенные. Сейчас тушенку только отроешь. Коты могут на спину брать. Запись в Телеграме посмотрю. Ага, Костя, готовить ничего не будешь. Да вот, размышляю. Размышляю. Ага. А больше не надо. Сегодня что, понедельник? Может, в понедельник ничего не надо готовить? Есть ничего не надо. Будет разгрузочный днем до среды. Ага, а там и выходные, глядишь. А сейчас месяц-то какой хоть? Ноябрь. Ага. Надо к сестре ехать, сказать, давай готовь баклажанчики, вкусняшки, день рождения, отмазалась. Ой, я еще подарок ей не перевел. Угу. Ага. Привет, приветки. Ладно, ребят, хорошего всем дня. Прекрасного настроения. Я вчера селедку под шубу делала сама, не ем на диете. Селедку-то можно. Че? Там что там есть-то, там ничего нет, калорий никаких. Салют, дорогие, салют, лик. Грибочки, привет, из Нерехта. Приветики, приветики. Нет, под шубой можно. Тут делала, кто, Леночка приезжала, делала. Она еще потом постояла 2 дня. Блин, еще вкуснее стало. Борщ, Кости, вари. Борщ, да, надо сварить. Точно, можно и борщ, там и свеколка есть. Что-нибудь я замастырю, но попозже. Сейчас неохота, что-то мне ничего. Привет, приветики. Трехразовое питание, пятница, среда, пятница, да. Это больно жестко. Вот это звучит только красиво. Так, приветики, красавчик, давно не сходил в инсту. Просто мы смотрим, мамулю всегда, Костя, моей мамульчик. Вчера был день рождения, 83 годика исполнился. Вот Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, Золотушечка, Наташечка. Поздравляю вашу маму с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, 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 еще раз здоровья. Чтоб все было хорошо. С днем рождения, фейерверк. Ба-ба. Да, в таком возрасте только здоровья, здоровья, здоровья. И чтоб родные и близкие были рядом. Чтоб всегда помогали, чтоб всегда видели. Ага. Что подать, что помочь. Да даже просто посидеть, поболтать. Ага. Как у вот Оли мама-то была, царствие небесное, память светлая. Вот ус, ну-ка иди сюда. Блин, мне это так понравилось. Это останется на всю жизнь у меня эта телефраза. Она меня же и не знала. Первый раз только увидела. 80 с чем-то лет ей было. Вот ус, иди сюда, ага. И вот лишь бы ей сидеть и вот болтать, болтать, лет-то ей много, а жизненно, как она все рассказывала. Ага. Машка говорит, меня час не отпускала. Светка тоже, сестра, говорит, сядет, и вот болтает. И скучно, ну, е-мое. А мы молодые, что, нам бы лишь бы смотаться, куда? У нас свои дела, свои заботы. Надо посидеть, конечно. Привет, приветики. Ноябрь месяц, не люблю его месяц моего старения. Старение, Алекс, хорош. Это наоборот праздник, подарки, день варенья. Оливье захотелось, как вкусно, когда долго не готовишь. Ага, есть такое дело. Привет, приветики. Привет, Костя, как настроение? Все отлично, ребят. Привет, грибочки любимый, привет, Сактобе, приветики. Приветики, Данил, такой, почаще прямых эфиров от вас. Почаще, да.
куда уж чаще тут я живу в этом телефоне. Спасибо за поздравление, мы вас обожаем. Ага, привет, Казахстан. Привет, также Миля кому-то привет передавает. Спасибо, такие душевно, смотрю вас всегда с удовольствием. Астрахань. Спасибо, Анна. Все, ребятки, я убежал. Всем хорошего дня, прекрасное настроение. Ага.